Алина Холодова – мама двоих детей. Сегодня на прививку от гриппа привела младшую дочь Катю. Говорит, иммунизацию проходят каждый год. Есть еще старший сын, которому 12 лет, то же самое, прививаем. Вот сейчас в школе, чуть попозже тоже привезу его на прививку. По словам специалистов, прививаться могут даже малыши, начиная с 6-месячного возраста. Перед процедурой собирают анамнез, измеряют температуру. Если нет противопоказаний, можно вакцинироваться. Сейчас это особенно важно. Медики отмечают рост заболеваемости вирусными инфекциями. В сезон простуд, гриппа, хочется, чтобы дети были защищены, поэтому делаем прививки в том числе и от гриппа. По мнению экспертов, оптимальный период начала иммунизации – сентябрь и октябрь, чтобы к пику сезонных заболеваний организм успел выработать антитела и укрепить иммунитет. В детской поликлинике на сегодняшний день у нас прикреплено 11 200 детей. Вакцинация проводится как в рамках поликлиники, так и в образовательных учреждениях. У нас план составляет 7 500 подлежащих вакцинации. И на сегодняшний день уже привито порядка 3 800. То есть это более 50%. Но мы не закончили. У нас есть еще дети, которые находятся в временных медотводах, которым обязательно будет доделана прививка с их согласия. Отечественная вакцина Ultrix Quadri как раз предназначена для детей младшего возраста. В ближайшее время наша область получит еще свыше 23 000 доз этого препарата. Как отмечают медики, прививочная кампания в регионе продолжится до середины ноября, но ее могут продлить, если этого потребует эпидситуация. Александра Харина, Виталий Петренко. Такой день на Мире Белогорье.